Чё? Я в трансе сижу. Мы собрались. Вообще смешно. Мы собрались. Мы собрались в Иорданию. Выходить уже через 4 часа. Я только что узнала, что там холодно. Там очень холодно. Там плюс 11, а ночью плюс 5. Написано, что в декабре в Иордании, в северной части страны, вот в которую мы сейчас едем, в Амман мы летим, вообще плюс 3. То есть я так сидела, думала, сейчас я в рюкзачок сложу эти футболочки, бриджи, ну как я в Иордании же собиралась купаться. Там вчера мне муж говорил, в Иордании надо обязательно купить рубаху, вот в Иордан нельзя залезать в купальники. Потом я читала, там женщина пишет, они до 30-го были ноября, она там в шортах и в купальнике. Говорит, купальник надо более закрытый носить, открытые купальники там не очень как-то, хотя можно. Я только думала про купальники, а теперь я сижу и понимаю, что я вообще ничего не могу взять с собой. Ну, в смысле, я хоть что возьму, я всегда буду в одной куртке. Потому что 2-3 куртки я же не могу с собой взять. Капец. Общем, не знаю, что делать. Смешно, да? Смешно. Всем привет из Мюнхена.